как все-таки сейчас прилететь во Вьетнам? С 15 мая Вьетнам отменил все ковид-ограничения. Для въезда в страну больше не требуют ни сертификаты вакцинации, ни ПЦР. Билеты из Москвы в Хошимин сейчас стоят от 800 долларов до 1500 долларов на одного человека в одну сторону в зависимости от количества пересадок. Для въезда во Вьетнам дополнительно требуется медицинская страховка на 10 тысяч долларов, покрывающая ковид, и обратный билет. На данный момент существует несколько типов виз. Электронная виза сроком действия 1 месяц оформляется на сайте за 25 долларов. Если ваша карта не позволяет оплатить данную визу из-за блокировки и у вас нет знакомых с иностранными картами, то в телеграм-каналах есть люди, которые могут вам с этим помочь. Также есть еще студенческая виза, которая делается на год, стоит около 1200 долларов с возможным продлением, карта резидента и бизнес-виза. С этими типами виз вам смогут помочь агентства, контакты которых вы также можете найти в телеграм-каналах про Вьетнам. Если вы не оформили визу или прилетаете не дольше, чем на 2 недели, для граждан России и Белоруссии ставится безвизовый штамп на 15 дней. Как бесплатно продлить свое нахождение во Вьетнаме на 3 месяца. На данный момент, на сегодняшнее число, это 10 июня, во Вьетнаме совершенно бесплатно граждане России и Беларуси могут податься в миграционную службу на продление визы до 3 месяцев. Мы, находясь в Индии, оформили себе электронную визу на месяц и по прилету спустя 2 недели отправились в миграционку. Для подачи документов на продление нужны фотографии, паспорта, копия паспорта и страница с визой. Также распечатанная виза и вот такой документ, бумажка о вашей регистрации, то, что вас зарегистрировали по месту жительства. Ребята, нам продлили визу на 3 месяца до 26 августа. Если вы прилетели на долгий период, после 3 месяцев вам необходимо пересечь границу, и хоть в тот же день вы можете вернуться, и автоматически у вас будет либо штамп на 15 дней, либо можете оплатить визу еще на месяц. Тем самым вы можете находиться во Вьетнаме сейчас бесплатно до 4 месяцев.